помогу. Так, ну что, давайте, поехали. Во. Это твоя сестра? Знакомая? Одноклассница. А, одноклассница. В каком классе учитесь? Мы в пятом. А, в пятом классе учитесь? Ясно. Но я тебя не снимаю, что ты глаза закрываешь. Я девочку вот твою, подружку снимаю. Она мне не девочка. Нет, я имею в виду подружка или кто, одноклассница? Да. В каком классе, говорите, учитесь? В пятом. В пятом? Да. Ну и как успехи у вас? Дайте меня поснимать, только а? Нормально. Нормально? Да. Хорошо учитесь? Да. Ясно. На пятерке? Да. Почти. Молодцы. Как вас звать? Меня Андрин, его Данил. Данил? Нет, меня по-другому зовут. Его Данил Фадеев, меня Андрин Григорьев. Понятно. Ясно. О, молодец, Лейка. Как далеко уезжают прям. А если тут бы снега не было, она бы еще раньше поехала. А раньше вот мы, например, на целлофановых пакетах катались. Вот. А сейчас вот эти вот пошли, вот как вы называете, ватрушки, да? Да. Ага, понятно. Ясно. А зачем вы снимаете? А вот почему он тут на лицо закрывает? А что такого? Потому что он боится, что тот человек снимет и полиция подаст на него. В полицию? А за что?